Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, друзья! Меня зовут Жанна Петросян. Я руководитель лечебного центра «Лёнинг-тренажёр», доцент кафедры перевода и профессиональной коммуникации факультета романо-германской филологии Воронежского государственного университета, эксперт по созданию, внедрению и поддержке онлайн-курсов. У меня для вас две новости. Первое. 8 октября в 19:00 по Москве состоится мой бесплатный вебинар по работе на виртуальных досках. Мы будем сравнивать такие виртуальные доски, как Miro, Concept Board, Padlet, Whiteboard, и, возможно, вы также поделитесь опытом работы на других виртуальных досках. Также мы обсудим, какие же виды учебной деятельности можно организовать вот на таких виртуальных досках, как во время онлайн-занятий, так и в качестве самостоятельной работы ваших студентов. Как организовать командную работу ваших студентов на таких досках. Я имею большой опыт работы на Padlet, на доске Miro и Concept Board. Уже в течение 2 лет я работаю на этих досках как со слушателями моих курсов в рамках учебного центра «Лёнинг-тренажёр», так и со студентами-магистрами нашего вуза. Это первая новость. Вебинар совершенно бесплатный. Регистрируйтесь, пожалуйста, по ссылочке ниже. Но предупреждаю, что встреча пройдет в Zoom, и количество мест у нас только 100 человек. 70 уже мы набрали. Поэтому поторопитесь, если эта тема действительно для вас актуальна. А запись данного вебинара также можно будет приобрести. Сам вебинар совершенно бесплатный. Это была первая новость. Вторая новость. Если вы уже знакомы с досками Miro и хотели бы действительно активно работать на этом мегавовлекающем, суперэффективном, очень современном и динамичном, интерактивном, а самое главное, бесплатном до определенного этапа инструменте, если вы хотите научиться работать и размещать свои курсы на этих досках и взаимодействовать со студентами, организовывать их работу, то, пожалуйста, записывайтесь в ранний список на мой марафон, который начнет работу примерно после 26 октября и продлится несколько дней. Я сейчас познакомлю вас с программой этого марафона. Марафон полностью посвящен работе на досках Miro. Прежде всего, мы будем изучать, ну, сначала, естественно, обзор, навигацию, обзор функционала. То есть полностью исчерпывающая информация по тому, как работать на этих досках, какой есть инструментарий. И мы с вами вместе будем работать на этой доске, а вы будете работать на своих досках. И после каждой встречи, естественно, вы будете что-то создавать на этих досках самостоятельно. Сейчас вы видите на экране вот тот функционал, который мы будем затрагивать. Но весь функционал перечислить, конечно, невозможно, он огромен. Далее мы научимся создавать презентации на Miro. Презентации как для ваших занятий, для учебных видео, для онлайн-занятий, для вебинаров, для конференций. Да, на Miro можно создавать блестящие презентации и тоже совершенно бесплатно. Мы также поговорим о живых онлайн-занятиях на Miro, как это можно организовать, опять же, уже подробно и уже большее количество заданий и учебных и видов деятельности, активностей мы будем рассматривать. Командные работы на Miro, как можно создать игру на Miro, настольную игру, поиграть в пазлы именно командой, ну, во время, допустим, вашего прямого эфира живого онлайн-занятия. Мы будем создавать задания на Miro именно для изучающих иностранные языки. Также познакомимся с тем, как можно оптимизировать работу сейчас вот, преподавателя в современных условиях при помощи этих досок. Узнаем, что такое канбан-доски, что такое диаграммы Ганта и так далее, и так далее. Я достаточно долго веду проектную работу студентов на виртуальных досках и тоже поделюсь с вами опытом, как вот именно проектную работу можно организовать на таких досках. Более того, на Miro можно разместить целый курс, целый онлайн-курс, что я тоже успешно делаю, особенно в последнее время, работая с коллегами в рамках моего проекта «Лёнинг-тренажёр». Как можно это сделать? Как, не потратив ни копейки, можно разместить свой курс на такой современный, очень современный, очень вовлекающий и очень эффективный для ваших слушателей платформе. Итак, еще раз, да, 8 октября состоится бесплатный вебинар, где мы будем делать обзор существующих виртуальных досок и Miro, в том числе поговорим о том, какие виды заданий можно создать, как организовать работу во время прямых эфиров. Повторяю, что встреча будет в Zoom, количество мест ограничено, и я буду очень рада вашей обратной связи, если вы будете также делиться своим опытом.
И вторая новость — это запуск марафона уже чуть позже, после 26-28 октября, именно по работе на доске миру, и обзор программы вы только что увидели. Мы сейчас формируем ранний список. А внизу вас ждут две ссылочки, выбирайте свою, бесплатное мероприятие или марафон, и до встречи!